Привет, с вами Иван Сыромятников, а в руках у меня Electronic Guitar System Tube Platform TR-322, предусилитель, ламповый, металлической направленности. Это предусилитель российского производства, мелкосерийный, стоит недешево, порядка 30 тысяч рублей, просит производитель у себя на сайте или в группе ВКонтакте, ссылочки я размещу под этим роликом. Но что я хочу сказать, я небольшой любитель предусилителей как таковых, я уже объяснял в одном из своих старых видео о 10 вещах, которые мне в гитарном мире не нравятся. Почему? Ну, потому что это позиционируется как свой звук в коробочке, но на самом деле звук электрогитары очень сильно зависит от кабинета и мощника, и микрофона, которым кабинет снимается. Делал я видео по теме, где я 4 разных микрофона использовал с одним кабинетом и получал 4 абсолютно разных звука. Можете посмотреть на моем YouTube-канале. Так вот, конечно же, это звук свой в коробочке, с оговорками тот же самый. Он будет изменяться от того, что вы используете на конце этого предусилителя. Дальше. И я использую линейный выход напрямую в свою звуковую карту Tascam US4x4, и там накладываю LeCap, бесплатный симулятор с импульсом кабинета Bogner. На борту EGS Preamp'а 3 канала, 2 лампы 12AX7, стереопетля эффектов и отключаемый кап-симулятор на выходе для наушников.
первое, что меня поразило, это чистый канал. Чистый здесь пружинищий, выстреливающий. Каждая нотка прямо перкуссионно барабанит по барабанным перепонкам. То, что надо. Просто идеально для фанкового чёса. Что очень классно для довольно-таки, опять же, злобно звучащих остальных каналов, злобно звучащего изначально преампа. Кранч звучит как кранч, он хрустит, он объемный, он жирный, он сочится, и ритм гитара на нем прописывается просто вообще великолепно, без проблем. Лид-канал для соло, естественно, делает певучие бесконечным сустейном льющиеся соло, лишь бы только уметь играть. Я не умею, но я думаю, если вы попробуете этот предусилитель, у вас получится. Характер перегруза EGS Tube Platform ближе всего можно описать как Brown Sound, знаменитый звук Эдди Ван Халена с первых альбомов. Но в итоге у Tube Platform именно свой собственный характер. Он не слишком сухой и не слишком жирный, он не слишком напористый и не слишком слабый. Он такой, какой нужен. Идеальный характер. То, что я люблю, мне очень сильно импонирует. Я очень доволен, что попробовал этот девайс и... Для тех, кто любит писать под каждым моим видео, что кругом реклама, это не реклама, это обзор. Я стараюсь максимально объективно, насколько могу для себя оценить аппарат и сказать его плюсы и минусы. Несомненные плюсы — удобный форм-фактор и шикарное звучание с стерео линейного выхода и со спикосим выхода. Кстати, о спикосиме. На канале Дмитрия Андрианова вы можете послушать, как он играет соло, используя спикосимный выход данного предусилителя. Ссылочка в описании. Универсальность YouTube платформ оказалась на итоге очень высокая. Чистый канал выдает суперчистый или супер-блюзовый легкий кранч-овердрайв. Кранчевый канал выдает настоящий вал и месиво. И лид-канал выдает певучий лид. 5 баллов, отличная работа. Могу абсолютно всем порекомендовать данный предусилитель. И из минусов... Ну, наверное, разве что не очень удобное 12-вольтовое питание минус. И последним минусом является цена. Недешево стоит для российского преампа, но, возможно, он того стоит. Пишите мне об этом в комментариях. Ну а с вами был Иван. На моем YouTube-канале есть еще множество видео на гитарную тематику, обзор гитарного оборудования, уроки по игре на электрогитаре и по теории музыки. Подписывайтесь, если не подписались. И пока!